Так, ну что же, всем привет, доброй ночи. Я не забыл про вас, я записываю прогнозы на завтра. Ну и благо, они выйдут как раз-таки сегодня, и это реально будут прогнозы на завтра. У нас обновились поинты для ставок, так что я даже не потратил то, что должен был потратить в прошлый вот раз, точнее, за прошлую неделю. И давайте сделаем ставки на завтра. Завтра у нас шестое, так что матч Liquid и Secret будет аж послезавтра, как матч и PSG LGD. У нас завтра только матч лузеров. И начинается все с весьма интересной доты. Жаль только одно. Матч в 5 утра. Я в 5 утра отказываюсь комментировать Америку. Простите, но... Матч крутой, но я пропущу. И, в общем, у нас будет матч за первенство в регионе Америки. Как раз-таки Северной Америки. Это важно, потому что коллективу Evil Geniuses нужно сыграться, у них новый состав, а вот команде OptiGaming кровь из носу нужно потеть, чтобы войти в топ-4, потому что на текущий момент команда OptiGaming находится на 9-м месте, а инвайтов уже 7 разослали на TI-8, остался лишь один инвайт, и в битве за этот инвайт сражаются OptiGaming, Vici, GameJ Thunder и также команда TNC Pro Team. Так что моя ставка здесь на OptiGaming. Здесь же у нас штормы TNC Pro Team. Как я сказал ранее, TNC крайне замотивированы, несмотря на то, что Vici, GameJ Storm показали себя хорошо на турнире MDL в Китае, на Миноре в Таиланде. Я все же поставлю против Резоля и компании. Минески, Vici Gaming. Минески весьма неплохо сыграли свой матч. Минески даже одолели на одной карте коллектив LGD. Знаете, мне вот понравилось. Vici Gaming с трудом. Вот прям со скрежетом справились с Na'Vi. Очень жаль, что это не дерби между Na'Vi и командой Vici Gaming. Тогда бы я его точно комментировал, но... Увы, Na'Vi не справились. Na'Vi, несмотря на все преимущество, залили карту. Но это норма, последнее место для команды Nexus Winter. Надеемся, что на Open Qual себя покажут. В общем, моя ставка на Минески. Ну и матч Ньюби и Vici GameJ Thunder. Thunder'ам нужно бы запотеть, чтобы все-таки гарантировать себе прямой инвайт на TI. Но Ньюби все же прошли верхнюю сетку. Да, они проиграли матч команде Virtus.pro, но даже у Virtus.pro они смогли отжать одну карту. Так что все-таки моя ставка на Ньюби здесь. Но... на самом деле такое, весьма нестабильное китайское дерби. Хотя Ньюби уже с прямым инвайтом на TI-8. Вот такие ставки на завтра. Завтра 4 матча в рамках лузеров играется. Все матчи на вылет. Я для вас откомментирую. Ну, 1-2 матча. Это точно не матч OptiGaming и Evil Genius, потому что этот матч играется аж в 5 утра. Так что, вероятнее всего, я с вами завтра буду на матче Минески Vici Gaming. И, что немаловажно, завтра уже будет... запущен видос с обзором данной мышки, и также будет анонсирован конкурс от Red Square, и вы сможете сами выбирать, какие же девайсы мы будем разыгрывать уже в скором времени. Ну а с вами был Texas, жмака лайк, пиши комментарий, на кого ты ставишь. Пиши лайк, как ты расстроился поражению Na'Vi, или уже возрадовался победе команды Vici Gaming. Будет интересно почитать, с вами был Texas, пока! У тебя есть возможность получить бесплатные вещи. За каждую 1000 подписчиков 3 Immortal вещи. За 10к любая аркана на твой выбор. Канал From Geekaz. Подпишись уже сейчас. Ссылка в описании. Хайлайты, смешные моменты и нарезки со стримом. Определение победителей через репост ВКонтакте. Также пиши комментарий для того, чтобы получить сундук каждый понедельник.